Ну, мода, прежде всего, это философия. Понятное дело, что появились там, ну, если простые примеры приводить, хиппи, это была такая определенная философия, там, где-то цветы. Появились панки, там, протест против общества. Появилась там черно-серо-бизнес, офисный планктон, потому что тогда общество требовало это. Поэтому есть какие-то общественные такие рамки. Для меня хипстеры не являются чем-то индивидуальным и чем-то интересным. Человек хиппи, его очень четко определить, потому что у него есть философия, у него есть мировоззрение и все остальное. А хипстеры, эммы, эти доллы, все вот эти японские веяния моды, они как бы для меня очень слабенькие для индивидуального стиля и какой-то жизненной философии.